Мы на канале Зелишка, и сегодня я снимаю телефон с чехлом, который мне папа подарил и мама на день рождения. Вот смотрите, вот чехол сам он, и вот тут он открывается. Но папа говорил, что тут будет карманчик, но тут его нету. Сюрприз нету! Ну, смешно, да? И тут есть три кнопки. Такая, такая и такая. И этот телефон для взрослых. Он не игрушечный, просто он раздавлен. Кто тебе звонит? Бабуля, папа. Ну, папа нет. Папа. Только я ему. И мама. А дядя Игорь? Ну да, только плохая связь просто там на его работе. И смотрите в заднюю часть. Вот тут можно вот так прикрасить ухо, только не сильно. Вот так. И слушаю. И у меня уже две пары наушников. Одни были от телефона. А одни были в комплекте, в чехле. А там были наушники в подарок, правда? Что? В подарок и в телефоне, и в чехле. Когда я подумала, зачем мне две пары наушников? И подарила одни маме. Нет. Ведь я пользуюсь твоими наушниками. Да, ну... Мама мне подарила свои, а не просто... А, да, мы поменялись. Да, потому что мои наушники неудобные, они падают. А у меня наоборот не падают. В общем, у ежевички были... Ну, я вообще не пользуюсь мамиными, которые она мне обменяла. Потому что мои наушники самые лучшие, они вообще не падают. Которые были к телефону, да? Ясненько. Ты сама выбирала цвет чехольчика? Да, папе сказала, а он заказал. И смотрите, тут даже есть надпись. Угу. И там еще, вот тут, есть, знаете что? Буква «мы», только ее не видно из-за чехла. Вот это, ну ладно. Всем пока! Мы на канале были. Я Зелишка. И ставьте лайки много-много-много. И подписывайтесь на мой канал, потому что я на вас подписываюсь. И ставьте лайку. Всем пока! Ой, вы крутые и красивые. Девочки красивые, а мальчики крутые.